Привет всем! Ну, в этом видеоуроке я хочу показать, как использовать анимацию, как вообще ее запустить. Ну, открываем солдата. Солдат должен не забинаренный быть, чтобы все селекшены были рабочие. Если какой селекшен не будет рабочий, то получится излет от самой модели полигона. Ну, тут, в принципе, не сильно и сложно. Каждый разберется, как это делать. Ну, допустим, солдат. У меня есть готовая анимация. И желательно анимация, чтобы была не забинаренная. Если забинаренная анимация, то она не воспроизведется. Ну, вот нажимаем здесь вот Keyframe Timer правой кнопкой. Здесь делаем не лот, а вот нажимаем From. From Matrix. Вот я нажимаю, и тут, как видим, RTM, анимация матрица RTM. Ну, у меня находится мой компьютер, локальный диск P. Я просто написал видео, и вот ходьба. Открываю. Вот, как видим, у меня появилась графа с счетчиком времени. И здесь уже указаны координаты, чтобы модель сама не разлеталась. Ну, как она работает? Вот, нажимаем здесь, нажимаю сюда. Вот, как видим, у меня сам юнит, он принял позу. То же самое здесь. И просто на клавиатуре стрелками вниз, вверх, вниз и вверх. Просто нажимаем, и вот, как мы видим, у меня солдат начинает делать перемещение. Он делает перемещение до тех пор, пока не закончится счетчик времени. Вот эта анимация. Удаление анимации просто delete all animators. Еще вариант. Нажимаем From Matrix on Loads. Это значит, если я сейчас нажму и применю эту анимацию, то эта анимация применится ко всем ладам. Вот смотрим. Вот анимация. Переключаемся на второй лот. Как видим, тут анимация, но это нежелательно, чтобы было, потому что потом будете мучиться все удаление этой анимации. На каждом лоде надо будет удалять всю анимацию. Чтобы избежать этого, просто используем From Matrix. Ну, в принципе, как говорится, если анимацию создаете в самом кислороде, то сохраняется сама анимация Expert Matrix. Вот тут вот нажимаете и сохраняете ее. Ну, в принципе, все. Всем спасибо и до свидания.